А вы супруг, да, этого? Катюш, успокойся, все. Я знаю эту аллею, мы с ней там гуляли всегда. Она на велосипедике каталась, который я ей подарил. Вот. А аллея такая, она идет, ну, как бы, да, там посередине, там пенечек такой, ей очень нравилось там сидеть. Там народ катается на велосипедах, все. Она там посидела, он сзади к ней напал с ножом, вот так вот, да, там начал. Ну, хотел ее изнасиловать. Вот. Сказал, если не будешь дергаться, будешь жить, типа. А вот, повалил ее, она его за челюсть схватила, расслабилась чуть-чуть, его скинула, короче, и убежала. А, на нем, да, на нем следы, я его держал за челюсть.